Есть лишние скины, рулетка, где может выиграть каждый. Заходи на рулетку Гейба и побеждай. GabeCSGO.ru. Привет, с вами Лего, дедули и Пульси Спайс. Привет. Всем привет. Я так понял, ты спуститься не можешь, да? Могу. Один дрочит, другой спуститься не может. Ну, котик, меня это бесит. Меня тоже это бесит, котик. Это всех бесит. Ну так. Ладно, поехали, выходим из дома и поедем глушить. А ты куда пошел, Дэд? А, ой-ой-ой, тихо-тихо, я подсмотрел. Подсмотрел все, что скрыто. Оп. Оп. Ну что, пойдем на цистерночку, что ли, посмотрим, что там. Да, цистерночка недалеко как раз таки. Давай. Наш супер-мега-дом. Супер-мега-дом! Дом от дедули! Да, да, кстати, дом от дедули. Дедуля вообще красавчик, быстро заходит, быстро строит. Но на самом деле здесь уже взрывали, есть калаши, есть пэхи. Ну, все нормально, сервер после вайпа, как говорится. Время 12 или час, по-моему, дня уже. 75 человек, люди вообще не учатся. Уже час. Они просто не учатся нигде, по-моему. Кроме Раста. Они учатся в Расте. Под цистерной он, я вижу справа, куча я всяких... Я вижу, о, там большой костыль. О, смотри, там война какая-то, пойдем посмотрим, там друг друга валят. Поближе посмотрим, да? Да, посмотрим поближе. Вот, о, это мой клиент, да. Тихо, сейчас мы их не испугаем, пускай они... Друг, не пугайся, это мы! Да. Смотри, он перевязывается и видит, на него толпа бежит, он говорит, что делать? Попал, хорош. Не попал. Начинается. Вот не попал. Прыг... Ой, хорош. Убил. Кто-то прям в хедшот попал. О, это Форд, я попал. Ебанутики. Охуеть. Лутаю. Давай. Беру себе лук еще один. Так, пайпух у него взял. А вот того лупа, которого сейчас я себе сейчас на мониторе прицел поставлю. Подождите, пожалуйста. Так, кроссхейр. Ребята, он что-то еще одного убил. Чего вы не залутали? Да? Еще одного убил? Где? Так он же тут убил чувака. Вот его лутаю. Одежда кому-то нормальная. Сейчас я возьму. Ну, там толстовочка, штанишки. Бери, дед. Вот тут. Иди сюда. Бегу. Так, я себе уже три лука намошнил. Взял консервы, если кому надо, не надо. У меня я с того чувака пожрал. Ой, это откуда? Откуда? Вон, из домика, этого маленького. Нет, дом не пойдем. Нет, дом... А, подожди, пойдем. Там маленький домик, вообще. Вон, смотри, стрельба. Пошли. А, нет, в доме вон сидит. Не надо, он нас убьет, ребят. Не надо, не идите. Думаешь? Да, конечно, убьет. Еще один хэт и все. Оставь. О чем? По мне гасит опять. Он на крыше сидит, тут дома залезть подсадка можно. Да. Пойдем. Сейчас луки заряжаем и погнали. Из пайпухи сразу. Давай. Ух ты, по мне сразу бахнул, ублюдок. И по мне. Идем. Отстреливаем его как-то, давайте, дальше. Подсаживайтесь. Иди сюда. Быстрее. Подсаживай. Так, бля, ну прыгайте, прыгайте. Да вы чё? Калаш, быстрее, помогите мне. Голову дам. Хорош. Все, убил. Хорош. Хорош, ребята. Калаш, здорово. Поднимите. Меня поднимите. Подними его. Хорошо, ребята. Спасибо. А как ты сдох, подожди. А он мне с калаша всандалил. Ребята, на улице враги. Прикройте. Отлично. Ага, тебе прикрой, тут не подсадиться. У него маска есть у него. Одевай, все, одевай калаш, одевай болтовку там, одевай. Все, одевай. У меня в калаше только один из Патриков. Отлично. Так, беру еще лук. Я буду расхититель лука. Так, луки заряжаю. А, стой, тут ключ. Стоп, пайпуху выкинул случайно. Это я. Твоя? Да. Отдал. Пиздец, блядь. Лего ебучий. Тут какой-то... О, у меня ключ есть, лол. Открывай. О. Поехали, выходим. Ребята, тут сверху на горе чувак бегает. Где? I need help. Где? Вот, видите, красный, вот. Один слева, один справа. Все, да. Давай слева, левого. Он мне в хэд попал. Попал. Убил. Хорош.
Изи лук, изи голд, изи кого. Хорош. Сколько патронов? 5. Блин, это плохо. Сзади! Где? Где? Вот лучники там. Я пока лутану того. Так, 5 патриков. Там нечего лутать. Бинты. Ну это да. Попал. Перезаряжаю свои луки пока. Давай-давай, ребят, красавчики. Душа, зачем ты патроны так, ты тратишь все на лучника? Ты потом вот встретишь какого-нибудь чувака, как отстреливаться будешь? Положил. Хороший. Давай-давай, кувалды, кувалды по лицу. Убил. Кувалды по лицу. Кувалды. Хера, ты дикий. Кувалда решает, ребята, вы чего? У тебя кувалда, что? Да. Красава. Лук был там? Нет. Лук, стрелы где забрал. Стрелы я взял. У меня уже 4 лука, я сейчас поливаю. У меня тоже 4, я один. О, дом? Цистерна. Че дом? Домик вон стоит. Где? А, вот. Ну он какой-то разваленный, по-моему, да? Он только построил, чувак. Пойдем к цистерне сходим, что ли. А, тут тоже с ключом. Давай зарежем. Подожди, тут с ключом. Если найти чувака, кто живет, ключ можно отжать. Так ты еще один ключ нашел? Нет, я говорю, если найдем чувака, который здесь живет, ключом вокруг бегает, то можем зарезать. У дедули, смотри, друзья в чате, фиксики, это же фиксики. Фиксики. Болтовку отжали, это отлично, можно домой, если у тебя патронов нет, болтовка можешь домой. Болтовка и калаш. Ты пешься домой, у тебя же это, как ее, патронов-то нет. А, 3 патрона на болт еще. А, так можно дома патриков скрафтить. Можно дома патриков скрафтить. Там же сульфур плавится. Да, плавится немного только. Ну и нормально. Ой. Можно только на болтовку, и мне ее дать по-братски. По-братски, пойдем, пойдем это на цистерну, может зайдем, да, или пойдем, нет вернем смысла, интересно. Пойдем вернемся на нее, там все равно народ должен бегать. Нет, она их всех манит. Здесь развалилово полное, а вот этого чувака, дом его был, да, получается? Но ну, с болтом, кажись, который был, да, походу? Он дурачок, на самом деле, он почему-то в меня не зажал, а я в него с пайпухи попал, он не сдох, и вы мне помогли, и я его добил. Бред, короче. Мы одного, в общем, теплей. Мы одного чувака убивали, и такой щека, вот мы терминатора убивали. Серьезно, что-то долго вы его. Пока вы там чувака там убивали, я там убил там. Где? Под домом убил чувака. Походу, да. Да, слышу. Трясет экран. А, да. Есть такое. Ну поехали. Раз трясется экран. Вот. О, есть. Тип. О! Куда ты? Блин. Ты че он бежит? Попал по нему. Он перезаряжает, освободите по нему, а? Все. Попал. Я в своих попадаю. Ну че, значит, постоянно перестрелял. Да кулак, смотри. Забираю все. Сдох? Забираю лук. Хорош. Что ты делал? Пайпуха у него была. Да? Да. Пайпуха надо кому? Нет. Не, есть. Все, норм тогда. Так. Лол, что он дом начал строить дальше, чувак? Где? Вот. Заряжай все луки себе. А, это вы ремонули. Это я ремонул, когда пришел на сервер сразу после вайпа. Вон, слева, возле дома, в присядку кто-то. Где? В броне, что ли, возле дома. Вижу, вон. Забегает. Бежит за дом. Пошли, он голый. А, он голый? А мне просто... А, он опять хочет дом вернуться, слышишь? Он хочет дом вернуться, но у него не выходит. Че, он убегает? Попал. Красавчик. Где он вообще? Попал. Все. Он... Он озвучит. Ржавый кумыс. Ржавый кумыс. Вот это слово. Ржавый кумыс. Че, бочки побьем здесь, посмотрим, что по луту. Нифига там на горе медведь большой. У меня, если что, есть 4 шприца и 6 аптечек, могу поделиться, и бинтов куча. У нас тут есть немножко. Вы что по мне гасишь? Если надо, конечно. Потому что я не ржавый кумыс, я норм кумыс. Вы наверх пошли? Я наверх. Тут наверх пошел. Зачем наверх идти? Там, да там все опасно. Там все залутали, смысл туда идти? И тут если... Вдруг он сейчас ракетницу, с ракетами найдет. Ага, конечно. Тут все залутали, а он найдет ракетницу. Ну да. Можно на аэропорт сходить, попробовать там бочки полутать. Кстати, знаешь, где он находится-то хоть? В какой стороне? Конечно. Он в середине карты находится. Мы же уже обсуждали здесь карту. Здесь середина карты. Так здесь рядом же дом у нас стоит. Поехали, короче. Идем. Дело в том, что карту-то эту сделать поменяли. Здесь все дороги идут в аэропорт. Все. Дорогу находишь, идешь в аэропорт, все. Хорошо, нормально. Дорога. И меня. У меня есть... А, что, да. Чё? Отстал. А чё с ним? Он отсталый. Сам ты так. Он отстал. Сам такой. Не, мне нравится монитор из-за прицела. Взял, накрутил и все. Взял, убрал. Читер. Никакие не надо слюнявчики, никакие не надо. Вот здесь вот мусорка, кто-нибудь пожрать хочет? Такие все лысые.
Почему в Расте не придумают волосы? Мы же неандертальцы, мы должны быть наоборот волосатыми. Наоборот, да, волосатый с бородой так, там. Да, все вонять должно от нас, как бы, а не так то, ну, что... Ну, воняет только ты, я в реке моюсь, нормально. Ясно, ясно. Ясно, ясно. Все с вами ясно. Какой-нибудь скилл это, бородача. А, что это слева за домище? Ну, куда пошли-то, алло? Или это... Лево? Куда? А во, смотри, дальше РТ можно зайти туда. Ну так я же бегу по дорожке. Я думал, что это дом чей-то. Да, дом РТ? Лол. Здесь, ну, я смотрю, там стена. Здесь много домиков, но они вот только-только построены, тоже как и у всех. Но здесь уже есть мажорики. Да, блин, слышал, как сишки взрывались. Кстати, да, и там же написали, слышал? Слева кто-то бегает. Где? Давай. РТ слева. РТ слева, понял. Вон видел, да, тоже. Вон, бегает. Там строится, строится. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Он, по-моему, в полуброне. Стреляйте туда. Давай, стреляй, я туда с лука залп заливаю. Раздолбил. Быстрее. Быстрее, ломайте, ломайте. Пока он не обгрейдит. Он грейдит. Справа, стенку ломайте. Справа, быстрее. Да, не ломай до конца, не ломай, не ломай. Чтоб он не апгрейдил ее. Фундамент, у него пол, говно. Ломай, хорош. Я даже убил броня ей. Давай. Давай, ломай. Давай. Добивай. Минус. Все, минус. А, убили, убили. Это так жестко. А я ему залутаю. Килд забирайте. Да, забираю килд. Че у него там? А тут фигня по ресурсам, в принципе. Ну а не, нормально, нормально. Вот тут еще 1300 этого сульфика есть. О, забирай. Патроны можно сделать в доме. Николай, вижу, вижу чуваков. Где? Возле горы двое. Пробежали. Возле какой? Вот-вот, вот там, вон, вон, вон бегают, вижу, бегают. Вижу, сюда, ребят, за мной. Вот, вот. Пойдем, пойдем за мной. Ага, я заряжаю луки. Давай, я уже зарядил. Как вы так штуку стреляете быстро? В смысле, как? Вы же показывали. А, его, походу, ж не было, когда мы это... А, его не потом расскажем тебе. Тихо, здесь волчок. Волчок, надо обойти его аккуратно. Аккуратно обойти. Потому что у меня луки заряжены, если я сейчас волка стрельну, будет фейл. Давай, я убью его. Все, я уже бил его. Блин, давайте, я обхожу справа. Давай, я слева, я на скалах. А я в лоб. Давай. Там они на скалу лезут. На скалу? Да, вон там, а там голый типок. А вон, вон, вон он на скале, скале, да. Бегает. По скале бегает голый, а где... Спрыгнул вниз. Блин, а. Тут домик чей-то. Вот. О, стены неправильно стоят, вот. Домик. Чего он? Схватил, он напал, смотри. На! Какой обстрел. Ребята, вот тут домик, короче, смотрите, стены неправильно стоят снизу, можно будет даже зарядить прямо сейчас. А что там, стены неправильно стоят? Ты издеваешься, ты будешь долбить это год. А нет, стоп, подожди. Ну, кирками только долбасить, если. Ну. Больше никак. Пойдем на аэропорт, а мы же на аэропорт шли, а вы опять что-то куда пошли. Да, кстати. Так, ты где? О, слушай, я вижу фундамент под водой, вижу. Давит под водой. У тебя это не пофиксили, что ли, эту штуку? Нет. Вон человек, вижу, возле дома того большого. Какого? Вот. Вон, вижу, ага, тоже вижу. Типа, вижу, вижу. Пойдем посмотрим. Ну, это голожоп, наверное. Ну, давай посмотрим. Да-да-да, что там? Ну, просто там домов много. О, он упал. Упал, бедолажка. Упал, упал. О, вон дом какой-то громадный. Слышу, кто-то орет. Он разбился. Бедный парень разбился прям уже. Дверь промахнулся, да? Он это появился и родился. Все нормально. Кстати, что там в патче из крутого, то, что пулемет добавили, а что другого на 500 метров накидали? Хз. Всяких фиксов. Фиксов, блин. Лучше бы фиксиков накрутили. Но там больше было, наверное, текстур вот этих построек. Они же изменили, когда ставишь солому, она теперь как бы там. Ну вот то, что сейчас носит. Вон он тип. Где? Он одетый? А, вижу. Да, куча. Он вообще вспотел. Ты как так-то? Да так-то, вообще. Да как, да, да чё-чё ты? Я вспомнил этот ролик. Ты как так-то? Да-да-да-да. Как-то, вот, еще 400 дерева. А он какого-то другого убил. Так, надо у него маску взять. Всё. 1400 дерева забирай. Всё, погнали на аэропортон. У меня уже 5к дерева. Изи. Луки перезарядить надо. Вы идёте? А, да, точно. Да, перезарядить луки. Наши поводы. Так. Так, одному даже построиться не дали. А мы РТ посмотрели, пойдем РТ посмотрим и в сторону аэропортика. Бедолаги, мы... Так, слева, кто слева? Дом красивый. Чё слева? Кто сзади бежит? Это я. А, это импульс, я мой. О, вода в этом классная. Доме работают печки и костер. Как? А, в том, что ли? Вот в этом большом.
Ясно. Я пошел пока на РТ. Пойдем. Так, ну пошли на РТ, вот сюда надо. Да. Упс! Упс! Я селочь! Гоп, стоп. Стоп, мусорок. Гоп, стоп. А чё в этом доме? Мы подошли нету, что ли, интересного? Кто-то топает, тихо. Возле меня кто-то топает, помогайте мне. Где-то на скале, что ли, на скале. Убегаем. Топает. Видим, видим. Вот, вижу. Голый. Корова, скучили такая. Он вспотел немножко. Он говорит, как так-то? Как так-то? Вот, я хотел вот здесь что-нибудь лутануть. Тут всегда же что-нибудь валяется интересное. Все, что там бьешь? А? Бэ, камень. А что мы, кстати, кирки-то не взяли, надо было камень добывать. Ну ладно, в следующий раз. Пойдем на аэропорт, потому что мы хотели пойти на аэропорт и посмотреть там всякие рецы, замесы, а не камень добывать. Камень на видеоролике, это вообще интересное делать. Вот, бочки. Кто-нибудь разбивайте бочки, у меня луки заряжены. Дядя бочка. Вот бочка. Где мои печеньки? А, что? Я свалился. Там еще одна бочка есть. Что тут? Чик-чик-чик. Ох, о, ты... тунец. Съем тунца. Пивасик. Ладно, пойдем вот дальше по дороге. И все будет у нас четко. Ах ты, пивасик. О, копьеносец. Во-во-во-во-во, копье вылетело. Побежал. Что это такое? Ты видел, как оно улетело вообще? Да, оно улетело. Ты кидал, что ли, копье? Не, оно скатилось. Оно само, оно само. Не, мета... Пойдемте, а... давайте, встречаемся на дороге в сторону РТ. Давай. Где, кто у нас там остался? Все, бегут, бегут. Я бегу, а, кстати, ты читал, что там добавили еще теперь может кидать нож, меч, нож? А, мачете, да. мачете читал, да, меч читал. А зачем нож-то? Он и так, не помню, не дамажит никак. Чем он кидает? Он теперь зато забавно так, знаешь, вот я типа крутит, переворачивает его и кидает. Ну вот это было бы прикольно, как если нож, бы он еще ваншотил. Мне бы больше понравилось, если бы лук вернули по урону, чтобы в голова минус. Да, это было бы дичь вообще. А то, ну прикинь, ты бегаешь, у тебя в голове стрела, и ты такой, а, нормально, 30 хп, отличился, и дальше бежишь. Но копье в голову ваншотит сразу. Не ваншотит, она не всегда. Так же, как и с болта. Аэропортик. И репортик. Фига себе, так близко. Надо здесь вот взять фрагменты. У меня уже 231 фрагмент. Вон, чувак, справа, смотри. Тихо. Подходим поближе. Поближе подходим. Он нас не видит из-за камня. Да видит. Все, он сейчас стопит. Педаль газа. Он в шоке. Попал. Ты еще и копье попал в него? Да, это дичь вообще была. Я так далеко бежал, то и попал еще. Это его дом, походу. Ой, там, слышь, справа уже стены, и работает печка большая. Ой-ой-ой-ой-ой, там уже большие дома. О, пойдем подсадимся, попробуем. Давай. Сейчас, заряжаю луки. Куда? Вот отсюда, вот отсюда, в угла. Мы не забежали, ребята. Ясно, вы не туда побежали. В смысле? Я про большую печку и дом большой, вы побежали к какой-то маленькой. А подожди, вон же, вот, смотри. Домик вот я и говорю про дом, стоите там почему-то. Ого. Я даже догадываюсь, кто это. Ого, смотри, они уже начинают фундаменты проверяют, что-то мутят. Уже закрывают домик свой. Ох ты засранцы. У них на... В следующей серии сразу взрывать будем. Во-во, чувак бежит. Мочи. Ой, ё. А чё он во мне появился? А чё он не умирает-то? Я не знаю, он коптём... Эй, ты чё не умираешь-то? До последнего. Ты серьёзно, что ли? Эй, выключай там своё чё-то там, алё! В голову убил. Ты прикинь, он не умирает. Он просто не умирал. Лол. Либо это знаешь форс. Как, либо его задевало, короче, одной шрапнелью, потому что белый квадратик появился. Ух ты, появился. Кто у меня? Вот, там еще чувак, слышите? Там еще чувак. Подожди, это форсы, значит, а не фаргусы? Да, это форсы. Да. Че там говорят? Хз, не понял. Да, ты видел? Ты его наказал, как-то дико, по-моему. Дед, у тебя в жопе копье, дай вытащи, пожалуйста. Тормози. Он уже здесь. Он уже здесь? Он спальник. Давай, где он? Давай, я его сейчас впишу. Шо, блядь, шо вы тут, блядь, кидали, сука? Давай, стреляй. Пидор, блядь. Вот бомбежка.
Блин, это ч... а почему он из дома не вышел? Я вот этого не понял. Да, потому что у него где-то спальник лежит. Это не его дом. Не его дом. Хотя может быть его. Смотри, там пишут, так. Пойдешь на Air убивать Легу. Все, к нам сейчас придут, походу. А, вот, спальник его. Ага. Доме топают, ребята, доме топают. Ну, давай отойдем от дома. Сейчас, я так понял, к нам придут. Пойдем вот куда-нибудь к скалам станем. Ну так шикарно, если к нам придут. Ну да, это хорошо. Сейчас будем всем поддулей раздавать. Только главное, чтобы без калашей, если можно. Ну пожалуйста. А то калашик... О, я же говорил! Болтовочка! Все, уходим, уходим, уходим. Так на работе. Уходим. К скалам. Просто к скалам. А мне пофигу. Просто валим. Просто ваншот в голову, тебе пофигу. Нет, мы ушли. Попал в него. Оп! А ты чего? Да зачем вы из дома стреляетесь? Уходите. Ты не понял, я просто убегаю спиной и стреляю. О, в него, еще чуваки тут возле дома, смотри, с пистолетом. Ой, ой, там погнали, пойдем, пойдем, пойдем. Да-да-да-да. Братва, братва, пойдем. Вон не бегут. Без палева надо их как-то завалить. Их много? Тихо-тихо, вот он в черном. Вон один, давайте. Вижу, быстрее, вижу. Он не понимает, что делать. Фастом, фастом, фастом. Нападаем. Давай. Я сказал, что это он. Пацаны, пацаны, обхожу с другой стороны. Давай, 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 давай. Быстрее. Лего, лего, все. А он бежит от дома, не, он убегает. Я его стреляю с пайпухи. Че? Он развернулся, мне хэд дает. Алло, вы где? Блядь, побегаем, ебаный. Ну? Я же говорил, за ним бежим, ну когда вы убежали? В голову дал ему. Так, ТПР. Сейчас наш ТПР убил. На меня убили. ТПР, КУВЕ. Ху, я добил. Давай. А как вы не за мной это шли? Зачем? Кто? Дома с болта. Двое. Прими болта, КУВЕ. КУВЕ прими. Принял. Слышишь? Все. У меня там куча лута. Эх, блин. Эти пэшечники сраные. Тут болтащик пляет с окна. Уходить надо, уходить. Пешку возьмите, mm-hmm. кто-нибудь. Пешку взял, но патроны не смог взять, не успел стрелять начали. Сейчас все будет. ТПК, но... Ну сейчас нас тогда убьют уже, они сейчас и сюда да пойдут. Да не убьют, они соснут сейчас, я сейчас кое-что сделаю. Хитстартер, вот уже стреляют. Убьют. Так они сразу стреляли по нам. У тебя есть патроны, нет, для болтовки? Нет, нет, все, нет. Олеж, блин, на, мой лут. Я сейчас пойду пробую залутать этот. Давай, давай. Ну, патроны. Ебаный болтовщик. По нам стреляют уже откуда-то, с лука. Это оттуда же. Все, нам взял. Давай, да. У меня все остальное мусор как. Давай, 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 беги. Все, побежал. Все. Пожелайте мне удачи, ребята. Давай, удачи. Удачи. Умри. К черту. Стрелы кончились, ёлки-палки. Стрелы кончились. Да. О, по нам стреляют уже откуда-то, да? Или залутал его? Патроны взял на пистолет, ты что ли? Бам. Что такое? Патроны Олег, взял? Да, да, патроны. Давай, 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 давай. Так, я думаю, может быть на хом слетать. Вот я вот тоже думаю, может патроны сделать. Патроны, давай. У меня там лут. Ну ладно, наверное. Я заберу сейчас, я пробую забрать. Давай, давай. А я пока на хом полетел, короче. Давайте я тоже на хом. А я-то, я тогда хом на хом полечу, да? У меня калаш есть, я тогда сделаю Патриков. Все равно сейчас ночь начинается. Там два человека в окне, ребята. И у меня болт тоже. Ой, там вообще дырище. А кого я стреляю? Я улетел. Кто-то не умирает. Все, я тоже на ком полетел. Все, тоже улетел. Так. Че такая мясная серия? Вообще какое-то мясо. Кто-то бежит ко мне. Я бегу, Олежа, меня тут убивают. Ой, лучше какой-то левый. Короче, а, че я на ком-то не улетаю? Все, я улетел. Фух, все, я ребята, патроны есть. Там такая толпа. Там просто толпа. Так, отлично, у меня калашки есть. Патроны делайте, калашики, и сейчас пойдем туда. Так, надо светить серию, да, походу, уже начинается. Ай, сейчас, ребята, не повалили. Эх. Сейчас туда придем, попробуем что-нибудь замутить. А сетхом кто поставил тут или нет? Так. Калибровка. Так, ща я резко скидываю. Да тут рядом же, какая еще сетхом? Какая сетхом? Обычная сетхом. Какая сетхом? Хух, ну я сражался как лев. Скажите, когда темно будет. Кек. Чтобы я еще сильнее насветил. Импульс, можешь мне сделать масочку и броньку? А есть у нас металл? А, есть. Вот, да, наплавился. Попробую вообще дико насветить. Слышите, у нас есть металл на маску и броник делать? Но у меня есть. У меня есть.
Я лишь ждал. Не в этом смысле, как вы подумали, блин. Чё, ты дал мне? Да, он. Ладно, пойду халяву отживали, это хорошо. Так, металлофрагменты сейчас надо еще ставить. Чего? Я крафчу шмотку. Давай. Так. Ты видел там два больших дома, и они вместе строятся. Они там. Ё-моё, я там только сейчас рассмотрел, какой коллаж красивый стал. Да, 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 он другой стал. Бери, я скидываю. Ага, взял. А, у меня килка есть, на, возьми килку. Мне маску нужна. Подожди, а возле нас соседи еще какие-то строятся? Да. Да. Держи еще маску. Просто круто. Броник, надо тебе, дед? Да-да, давай-давай. Ты мне все видишь, я голос стою. Я, короче, да, пойду по-тихо туда. Давай, иди, мы на тебя запрыгнем. Он сейчас сделает тебе оружие тоже. У меня пешка, если что. Окей, сделаем патроны тогда на пешку. У меня 50 патронов. Просто, чтобы не тратить, да, металл высокого качества. Угу. Было 60, дороговато, да, выйдет. Я так калаш поднял, а патроны недорогие. Подожди. На пешку ему, Патрике. Надо их как-то подкараулить, чтобы они вышли, потому что по-другому уже никак. Все, темнеет начинает. Я надеюсь, засветка. О, чувак. Кстати, на видео засветка не помогала вроде бы. Вот я тоже смотрю, что-то почему-то не светит. То есть ты себе экран сам засвечиваешь? Не, я сейчас поставил еще сильнее, не знаю, получится, нет. Ой, дичь какая, слушайте, мне кажется, засветку пофиксили. По-моему, да, пофиксили. Потому что какая-то непонятная. Чё ты мне рассказываешь, у меня вообще все нормально. Она синевой отдает почему-то. Да, вот и калаш еще такой черный стал. Жесть. Я здесь, ребята, может, синевой? Ага. Если синевой, так, давай, отключи цветокоррекцию. У меня включена цветокоррекция. Отключи. А, отключить? И будь тебе нормально, не будьте синевой отдавать. Во, типа теперь зелень. Ага. Так, а какой у тебя там ник? А, у меня пивас. Стреляют с пешек, быстрее сюда. Сейчас поделаем тебя. ТПР, давай, ТПА. Дед, давай. Никто там ща будешь сражать всех троих. Что ли, что? Давай. Так, всё, пампуха ждём. Есть, и это есть. У меня тоже. Все, у меня калаш, нормально. Пайпуха, лук. Фига ты. Я патроны взял на пекарь, возьми у меня. Давай. Возьми, вот он. Ясно. Скидывай. На. Все нормально. Так, вот там стрельба была. Надо идем аккуратно там. Сейчас. Во. Аккуратно. Стреляли. Из князя в князя, уже с калашами, с болтами бегаем. Стреляли из этого, из калаша здесь. Фу, блядь, из князя в грязи, я сказал. Из грязи в князи, ё-моё, сейчас порол вообще. Поняли тебя, что ты поришь всякую. Тихо-тихо. О, они сидят в доме, нет, во втором этаже не катят. Вижу. Катят. А, так там большая печка у них. О, может, нас смотрят. Прицелимся и... Ой. Да нет. Что ты толкаешься? Чё мы скинули, блин? В рот, блядь. Тут не прицелишься, понимаешь, они в доме сидят. Пойдем в аэропорт. Уходи. В аэропорте давай, будем их ждать. Да, забей. Будем мошнить их. К ним идти не надо, никогда не надо идти к домам. Так, а вы где? Вон? Вижу. В обход сейчас пойдем. А там френды плюс океан. Там, походу, два или три клана. То есть, поход дело вообще все кланы вместе, да, теперь? Походу. Кто на так? Улицу вышел, кстати, ребят? Вышел тот на улицу? Не палите, да. Пешки, не палите пока, не стреляйте, типа мы с луками. Можете типа с луками замес, да-да-да. Вот так вот можете шмалять с луком. Да не подходите вы к дому, пойдем. Кто в дом проходит? Что-то мы здесь стоим. Все, давайте, пошли в аэропорт. Не, ты больше, Оль? Слева, смотри, печка работает. Справа, это два клана. Нормально, блин, нормально. Два клана. Отлично поселились тут. Так они друг другу помогать будут, понимаешь? Одних будешь рейдить, другие будут помогать. Вот так вот будет. Чувак бежит какой-то. С лука я. Короче, рейды будут. Вон, достал калаш! Так что ты ему дал? Попал в него. Все. Убил. Все, добил. Минус калаша. Смотри какой. О, тебе калаш как раз, слышишь? Да-да-да, забираю патры. Только я не вижу калаш на... Он выпал где-то. Аккуратно, с дома. Нет, это не он. Так, кто-нибудь видит калаш? Есть кто-то факел? Так. Вот он, вот. А, где? Калаш, ё-моё, это вообще пятно какое-то, ё-моё. Жесть! Блин, у него еще 55 патронов. Мне бы калаш. Все, Толь, сейчас включаю факел, смотрите, кто здесь. Давай, раз, давай. Три. Смотрим. Калаша больше нет. Что? Может, его разбить надо, этого пацана?
Может, он под ним лежит. Вот, 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 Калаш. Где? Вот, нашли, вот. Быстрее, все, быстрее. Все, уходим, уходим. В этот, в ангар. Кто стрелял? Это я выстрелил. Ты так, ну, ты так, не шути. Так я один выстрел дал, у меня патронов мало. Так, мне нужно отключить прицел, все, отключил. Смотри. Это кто там, кто-то там бегает, что ли, или что делает? Ну нормально, мы теперь бегаем. Так, я, короче, всеми. Я по взлетке побегу. Давай, будешь агрить типа всех. Олега, еще один дом, подорвать. Смотри, возле дома кто-то ходит. Откуда там вас что? Столько? Вон, вон, левее, левее, куда ты побежал? Вот, левее. Левее там? Двое, да, вижу, дверь открывает. Трое! Ё-моё, кто-то замечен будет. У них пушки. Ну вот ты там поле, Олег, спрятаться. В ангаре, в ангаре. Голову ребята, там. А, один слева, надо его добить. Хорошо, ладно. Попал. Идем. Убил. Погнали. Хорош, я одного в доме убил. Это борода. Еще один остался. У него выпал этот... Калаш? Опять, да, ну не вижу опять. Сейчас я тоже включаю. Аккуратно, с дома. Врубил. Я типа... Нашел, все. Убил еще его? Еще один в дырке. Да ладно, не тратить на него патроны. Самолет, да, все, надо прекращать. Так, уходим в сторону аэропорта, посмотрим, что, куда они он падает. Они открывают двери, слышишь? Какой-то бомж бежит. Может и не бомж. А куда аэр упал, никто не видел? Ребята, никто не видел. Да они не будут открывать. Сейчас вылезу. Да не вылезу, не будут, и что? В окне он они. Вижу. Хедшот дал, два хедшота дал. И как он вышел? У него металлическая маска. То есть два хедшота спасает? Да, ага. Четыре. Четыре? Без калаша, да. А потом он может ее выкидывать, да? Ага. Почему выкидывать? Ну, типа спасла, наверное. Хедшот убил. Хорош. Макушка, походу. Все, давайте. Хорошо. Куда? Да я даже не знаю, куда, блин. Здесь все в домах, в аэропорт можно. В аэропорт, в аэропорт. Нужно, видишь, нужно теперь тупо крафтить все это дело, потому что это забей. Ребята, в лес. Чувака вижу в лесу. Понял, иду. Не вижу. Я вот только не вижу его тоже. Он в кусты зашел тоже. Я прострелил эти кусты. Это что это? Это я спой попрыгнул кусты. Вон, так, засветочку. Где? Вон он. Сейчас засветочку. Вижу, он а, вот, да где-то голяк. Ну ладно. Попал, убил. Голяки бывают разные. Это, кстати, от чувак, которого мы убили с калашом. Да? Да. Но у него только стрелы. Так. У нас много. Ребят, калашиков. Есть у кого-то патрики? У меня осталось две обоймы. Да, нафига себе, нормально, хватит тебе. Где две обоймы, говорит? Я зря взрываю. Ой, там дом еще. Где? Вон, что? Чувак стоит возле дома. Давай, погнали. Лови. Он уже стреляет, вон. Видишь? Не. Закусай. Заряд взрывает? Чувак справа, нет, с калашом стреляет. С калашом? Блин, вон справа, стой, вон. Справа, иду справа. Ага. Попал. Слышу я. Хорош. Иду туда, обхожу через скалы. Он в доме, да, сидит? Хедшот. Хорош. А он в доме сидит или нет? А, ясно. Он у меня залагал. Ага, это вот я и говорю, я и говорю, это где опять ты... началось, вот эта херня. Где ты, думаю, типа, видишь? Справа возле дома сидит чувак, и он такой смачный. Короче, смотри. Три клана живут возле... Аэра, одна борода, другие форсы и еще кто-то. И фаргусы. И фаргусы. И как тут вообще жить? Нормально, жить будем. Самое забавное, что они все играют сначала вместе, там типа все друзьяшки, все мир, а потом в конце какой-нибудь один клан. Фаргусы топ потом. Да, потом в конце фаргусы топ, мы все зарители, мы топовые ребята, все дела. Фаргусы топ. Ну что, пойдем собираем мусорки. Еще, короче, все кланы сливают инфу. Да, вот это да, это тоже. О, борода разговаривает. Мы возле дома его бегаем. Бородевич, мать его. Че, уже полностью засветилось все? Сейчас засветим. О, да, Тим, нормально. В аэропорту кто? Это я лутаю, я же сказал. Ты, блин. О, в окне. Где? Попал в голову. Да, вижу. Но у них вообще дом, конечно, невнятный. Столько они поставили. Нет, видите? Давай не стреляемся, уходим. Я в ангар бегу, в средний, там сяду в углу и накрутку уберу. Давай. Мы как раз бежим тоже. Надеюсь, туда. Меня не шлепнут. Ой-ой-ой. Че, шлепают? Иди, гуляй. В голову дал. Прикрой, да, потому что я красный. У вас что, шлёпают? На подавление.
Из дома стреляешь, да? Я почти у ангара. Да. Давай. Всё, я у ангара. Так, я тоже в ангар. Я, короче, в крайний маленький в гаражик пойду. Может, залутаю там еще. То есть вот это будут топ-дома, если мы их не будем трогать. Вот в чем вся проблема. Понимаете? Поэтому надо так же, как они. Тупо печки. По мне попал. Уходим нафиг от них. Отходим. Да. Дикие. Смысла нету с ними. Потому что, смотри, мы стреляемся, а эти... Форксы всякие. Лута не получаем, патроны тратим. Да, а они в это время просто камушек свой бьют. А потом они начинают ходить, когда никого нет, на сервере и взрывать. Ну-ка, а здесь посмотрим, что за дома уже настроены. Это те же. Вверх дерево, низ камень и уже достаточно огромный. Сишки там. Надо шкафчики поставить возле него, чтобы он не расстраивался в ширину еще. Тоже как Варик, да. Мой план. Давай сейчас на Home 1 улетаем. И тем подлим, и этим подлим. Да, можно, короче, подстроить. И можно попробовать запустить вторую серию. А нет, мы, наверное, серию не будем записывать, потому что чтобы не палить. Хотя и так спалят, по идее. Вот здесь печка работает. Можно бы, кстати, наверх просто построиться к ним. Он что-то... Кстати, да, ты же не такой далекий блокинг-блок, можно подстроиться. Кстати. Стой, короче, давай, отходим в кусты. Так. Я лечу домой, беру камень, дерево. Ребят. Чё? Так, кит-хоум. Кит-хоум? Какой кит-хоум? Кит-хоум. Ты думаешь, там много? Там дерево дается 5к. Кит-хоум. Ой, 7 тысяч камня. Ну, вот. Валя, тут ноги чьи-то через стену выглядывают. Так, перекрываем. Давай, кроем. Ноги. Ты к какому дому хочешь построиться? К тому? Вот к тому? Большому, который. Где большая печка сейчас? Давай, и там и заберем. Дымит. Тихо, не стреляй, что делаете? Лут, человек убиваем. А, лол. Здесь же плагин не работает, лутать можно. Нет, оно не нельзя. Лутается. Нельзя, надо его убить сначала. Отойди. Ой, я по ноге попадаю. Ты по мне попал. С болта, ребята. Дома с болта. Вижу. Ходим к нам. Ты долго там с кияночкой? Сейчас. Давай. Иду. Точно подстроить. Вижу. Ой-ой-ой, он на меня смотрит. Да нормально, мы кроем. Давай, нужно строиться. Подожди, строить мне кое-что покруче. Все, кроем. Оп. Грейди, наверное, да, сразу? Ящик поставь. О, красава. Регаемся. Грейди только. Грейди. Сейчас зарегались. Все, хорош. Ага, только он далековато стоит, бедные блоки перебивать, надо чуть-чуть дальше. Блин. Чуть-чуть. Ничего, это не проблема, сейчас. Давай, ждем, пока они здесь с луками стреляют. Икона на полметра. Вот так. Хорош. Все. Бегаем все шкафчики. Так, кадон. Nice. Постройку сделал. Во, все лучший. Это я понимаю. Nice, вообще шикарно. Главное, чтоб сзади дома к нам так развалилось все в разные стороны. Идите сюда. Давай идем. Идем. Дефаем. Пока они тоже крышу не построили, надо быстрее. У нас, лестницы, клочи бы. Сейчас бы так, хоп. Хоп. Ты хочешь здесь тоже шкаф поставить? Ты просто хочешь вокруг шкафы поставить, да? Да. Хорош. И потом пойдем к другим. Опять. У нас будет просто... опять? Грейдит что-то. Да, не на грейдит дом. Ага, подожди, они по потолку стреляют. Ты не апгрейдил, что ли? Апгрейдил, там бесполезно. А чё он стреляет по нему? Там дебил. ХЗ. Лол, да, похоже. Попал. По мне попал. Это я он с болта, попал. Что ли, наяривает? Угу. Крутой. Я его положил. Да, хорош. Да, блин, почему? А, ясно, короче, мы близко к шкафу. Здесь шкаф у них в этом углу. Подожди, это френд, это точно те, которых мы хотим убивать? Это какие-то френды вообще, лом. Максим, ты че, дебил, сказал, подними. Да. Быстрее. Здесь еще какой-то домик непонятный. Все, ставим. Ну давай, ну подними меня, ну пожалуйста. Смотрите в разные стороны. Ничего не ставится. О. Оп. Отлично. Да, регнули. Да. Угу. Закрывай.
Отлично. А это можно сломать. Лол. Вот. Так, 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 нам нужно уйти в те дома, в которые были форсы, не помните? Это, по-моему, не форсы, нифига. Не, это говно какое-то. Это какие-то френды. Вон снизу, слышишь? Снизу есть. Вышел на улицу кто-то. Не, нам надо где? Форсов найти, ребят, форсов. Вот с этой стороны. Подожди, качалку кто-то уже построил, смотри. Где? Сзади. За дом свалил. Обходите справа. Давай, давай, справа ходим. Да это какой-то лукарь. А что лучники? Слушай, а если нам туда забраться, в этот дом? Так вот здесь, смотри, во! Вот здесь можно подстраиваться. Ставь шкаф, и бог строится, забираем все. Да, youtube.com. Это какой-то, шоу, какой-то Вася вообще. Крутой ютубер какой-то. Пошел в ножом, отстроил, делаешь уже. Да, пойдем сейчас за мной, сходим. Кто, не надо этих френдов трогать, ребят. Пойдем дальше. Так мы можем к ним залезть в хату. Подожди, ну, давай. Мы же можем прямо сейчас залезть, по-моему. Ты уверен? По крайней мере, постреляться точно можем. Сейчас попробуем. Я просто не вижу какую-то дистанцию. У них там что строится? Они, кажется, закрыли. Ребята, они закрыли потолок. С окна другого тебя стреляют. Ага, вижу. Сломал ему там стенку и пилар. Попал. Хорош. Все, его поломал. А у него крыша деревянная. Крышу сломал ему. Здесь, блин, здесь лут лежит. Лут лежит. Все, у него лут рассыпался. Сюда можно как-то пристроиться, наверное. Бред. А как? Ставил. У него лут рассыпался. Весь лут рассыпался вниз. Вот они, первые рейды, где С4. А да, что да, так да, далеко билдинг блокит? Я вижу его, вон он. Ааа, он сидит, смотрит на меня. Привет. Лол. Убивай. Нужно подальше чуть-чуть, повыше построиться, чтобы... Он строится, строится. А он пытается печку оградить. Да, нужно да, да, клочами, да. Клоча кончится, там ты дело. Клоча дома была? Дома было немного. Так, слышите, вы зря туда залезли, вылезьте, вылезьте быстрее. Сейчас. Давай, давай, давай. Быстрее, 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 быстрее. Пробежите кит-хоум, у кого не было еще. Прописан. Сейчас. Прописывал. Давали клочу, посмотри. Там да. Клочу, давай. Кит-хоум, да, держи, держи кит-хоум, где ты? Здесь очень много. Вон. Меня, сука. Убил, повалил его. На, скидываю. И здесь давай, вообще до хера кит-хоум дается. Ты смотри, что с деревом сделали, какое дерево теперь. Да-да-да-да, палка такая. Полено. Лол, блин. Так, сейчас делается. Он грейдит, нужно быстрее, ребят. Да-да-да, лестница крафтится. Прадеда, что? Что за плагиат? Прадеда. Так, и аптечки дедок есть, нормально. И еда есть, нормально. Не, наверное, не долезешь. Или долезешь? Да долезет. Можешь еще что-нибудь поставить? Во-во-во, треугольник ставил. Все, потом можно запрыгивать. Да-да-да. Погнали. Че, пробуем? Да, давай. Кто первый? Да. Гоу. Давай, кто первый? Не толкайтесь. Давай. Я первый, пойду хоть. Я прыгнул. Не, чуть-чуть не долетаю. Отойдите, ребят, давайте я прыгну. Я поставь еще дверь. Треугольник. Еще можешь что-нибудь? Не могу. Залетел. Дверь, смотри, он в дверях. Хорош. Лут у них. Минус. О, лут. Лут у них, да, это лут тут у них. Хорош вообще. Пролетел. Забирай я все. Тоже. Хорош. Я на печку там пошел большую. Ракета. Забирай. Я печку забирай, пошел большую. Забирал. Все, забирай. Я большую печку. О, в печке тоже жара. Забираю. Там все норм. В печке сульфуры, металлы всякие. Все круто. Я жду их. Давай, давай, жди. Я смотрю. Печку здесь лутанул. А ты не вылети, да? А кто на улице? Не никто, мы. Это не как мы. Раз таки они. Ок. А, постройку смотри. Можно постройку залезть. Ща. Че, по луту забрали вы, да? Да-да, забираем, что тут я забираем. Тоже все забрал. Ой, на вышке. Калашик нашел, болт чей-то еще. Все, я улетаю на хом. О, я семена нашел, это я люблю. Улетайте на хом, кто может. Все, улетаем, да. Отлично. Супер. Все, улетаем. В голову. Изи. Положил. Так, найс, короче, что тогда я домой. А что я не понимаю. Че-че-че? Ну, дай вылезу. Что-то апал тут не... Не знаю, двери, что он да? там апал. Кого он там апал? Я вниз пробрался еще. А, стоп, на хорош. Все, я улетел. Обнова куйня пишет. А с потом кто-то бегает. Че, ты ракету нашел, да? Улетаем. Ребята, с потом кто-то бегает. Кто по дому, это я. Под домом. Под домом? Как это понять? Под домом.
Я на улице стою. Все на улице, идем, идем. Ну что, ребят, я думаю, серия получилась классная. Лайкосы, подписон, Space любит письки. Всем пока-пока.